Прокуратура города продолжает проверки в сфере природоохранного законодательства. С начала года представители надзорного органа выявили более 50 нарушений. Многие зафиксированы на территории месторождений. По результатам выявленных нарушений прокуратуры города Губкинска внесено 7 представлений об устранении нарушений законодательства, которые в настоящее время все рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по результатам выявленных нарушений вынесено 3 постановления о возбуждении административного производства по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений. Это нарушение санитарных требований к размещению отходов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Росприроднадзоре. Работа в сфере надзора за соблюдением природоохранного законодательства будет продолжена. При выявлении нарушений служители Фемиды примут меры прокурорского реагирования.